Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Том. Сегодня мы поиграем с вами в Life is Strange, эпизод 3, теория хаоса. Вот так. Окей. Я надеюсь, вы не слышите там ни машин, ничего на заднем плане, потому что окно я сильно очень открыл, потому что жестко, как жарко дома. И да, типа того. А еще, кстати, я на джойстике. Впервые сейчас буду в Life is Strange играть на джойстике, и я просто в предвкушении, потому что мне очень интересно, как это будет выглядеть. Я в такие игры никогда на джойстике не играл. Поэтому давайте, ребят, начнем. Остановились мы на третьем эпизоде. Эпизод называется «Теория хаоса». Вот, там, по-моему, все самое крутое начнется. Я не читал ни прохождения, не смотрел ничьи прохождения, и тем более спойлеров, держался от спойлеров как можно дальше, но я знаю, что, что там начнется все самое мощное, потому что это уже концовка почти, ну, как бы середина. Вот, и типа... Что за херню я несу? Короче говоря, ребят, давайте начнем теория хаоса. Кстати, там уже скоро выйдет и пятый эпизод, поэтому нам нужно все-таки допроходить Life is Strange. Просто настроения как бы не было для Life is Strange, поэтому, ребят, давайте начнем. Теория хаоса. Life is Strange — это игра, в которой все решения имеют последствия. Если вы будете проходить эпизоды в разброс, то решения будут приняты за вас. Для лучшего восприятия играйте в эпизоды по очереди. Понял. Утвердить женское общежитие, окей. Начинаем, третий эпизод. Если где-то будет очень плохой звук, ребят, простите, потому что YouTube банит музыку. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. Кстати, по-моему, мы те же самые выборы делали, которые за нас сделала игра. Ну, то есть... Вот сейчас мы увидели, что... Ну, то есть я увидел, что все те же самые выборы, которые я делал в предыдущих эпизодах, игра сделала и в этот раз, только уже сама. В общем, ладно. Подвину-ка микрофончик поближе, чтобы меня было слышно. Надеюсь, меня, кстати, слышно, потому что фиг знает. Square Enix представляет. Dontnod Entertainment. Dontnod. Life is Strange. Эпизод 3. Теория хаоса. Круто. Теория хаоса. Значит, сейчас тут будет жесть какая-то, реально. То есть даже по названию можно понять, что сейчас какая-то жесть будет твориться. Вот так. Это кролик? Кейт! Кейт. Ей, видимо, кошмар, а Кейт снятся. Она ведь... По-моему, чуть не сбросила с крыши, честно не помню, скинулась она или нет. I knew Chloe would be all over this.
So I better get moving. Окей. О, ребят, обалденно, на джойстике играется все. Так. Обалдеть! А я даже не думал, что будет так клево. Так, взглянуть, использовать. Давайте взглянем на ноут. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Точно, и как же Шерлок все расследовал без интернета? Так, использовать. Glad the media doesn't waste a second. Мы, конечно, сразу раструбили о ситуации. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does, man, I really turned a molehill into a mountain. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Nobody messes with me, bitch. Никто не шутит со мной, сучка. You know you're hurting when you don't give a shit about music. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Точно. Так, ладно. Что ж, пойдемте. Саня. Выйти. Okay, this is scary dark. Let there be... Обалдеть, как будто в хоррор какой-то играем. Че за фигня? Как будто реально какой-то инди-хоррор, блин. Ну или не инди-хоррор. В смысле, просто хоррор. То, что темнота такая. Типа, фонарик. Нашиваю. Ух ты, кто это там? Привет. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Успокоим, Тейлор. Эй, успокоим, Тейлор. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Куда она пошла? Where did she go? My lips are like sealed. Or Victoria will seal them for me. No doubt. Ага. А говоришь, что не сучка Виктория. Окей. Что за? А, типа время вернуть. Да нафиг надо, нет. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. На вещи Виктории? Серьезно? Так, а где она живет? Может быть, здесь? Блин, это комната Кейт, по ходу дела. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Вот комната Виктории. Надеюсь, вы, ребят, не слышите всяких кликов. Ну, я имею в виду на джойстике вот таких вот. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Обувь. Those boots are made for walking runways. These socks cost more than my wardrobe. I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. И Виктория, которая указывает на нее пальцем. Окей. Here they are getting loaded with Satan. There has to be some dirt in here on Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Читать. Ладно. Отправитель Виктория, получатель Тейлор. Привет, детка, что делаешь? Я ведь ленюсь делать домашку по химии. А, я вот ленюсь
делай домашку по химии. Как вообще можно делать долбанную домашнюю работу после того, как кто-то чуть не спрыгнул с крыши? Поверить не могу, мы же... А, мы все это видели вживую, будто мы смотрели какое-то реалити-шоу. Никогда прежде не видела кампус таким тихим, словно все прячутся или боятся. И да, мне жаль, что я говорила гадости про Кейт и распространяла то странное видео. Давайте сегодня как-нибудь соберемся. Мне срочно нужно пропустить пару стаканчиков. Выпьем за Кейт. Фига себе. А, окей, отправитель Тейлор, получатель Виктория. Удивительный сегодня денек был. Чего только стоило увидеть Макс и Кейт, когда они спустились. Мне тоже нужно выпить. Звякни мне, как начнете собираться. Целую, обнимаю. Окей, видимо, они... Да, видимо, они все. That's успокоились a lot of bank, и больше... Just to clean paint from a sweater. Victoria's secret. She's a geek. Охренеть. Стоп, что там написано было? Там можно было прочитать. That's a lot of bank. Victoria's secret. She's a geek. Светится во темноте. Блубери. Окей. Так, наклейка. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Рюкзак, a unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Превосходно! Отличное эссе с необычной точки зрения. 5. Виктория Чейз, мистер Джефферсон, художественный класс, Академия Блэквелл, 1 октября 2013. Эссе «Тьма и свет. Фотографы-экспрессионисты». Автор Виктория Чейз. Вау. Виктория такие эссе пишет. Вау. Я думал, она просто тупая сучка. Whoa, I had no idea. Nothing to see here. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase Space. The Chase Space? Color me impressed. Фига себе. Так, ну ладно, ничего нет, так ничего нет, уходим. Так, куда мне там надо было вообще идти? Куда мне нужно было идти? Куда? Изолидов, разнобой, нету. Теория хаоса. Хлоя, по-моему, да, писала? Да, вот. Хлоя писала. Послушай, кое-что странное пугающее происходит в Блэквилле. Нам нужно собрать всю картину воедино. Круто? Мне нужно тебе кое-что показать. Встретимся перед кампусом. А, перед кампусом. Окей, все, бегу. Бегу. Hey, can you come in here for a minute? Серьезно, ты хочешь? Чтобы я поговорила с тобой. Зачем? Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. That's really all you know? Like, why would I know anything else? And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Окей, ладно, давайте не будем ее обвинять. А может, ты быстрее мотать будешь, Макс? Окей, простите. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. Так, она была подавлена, да? I knew she would... Must be serious to throw... So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on. You really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? I know Jefferson got reamed by the principal. Do you think they're involved? Это трудно объяснить. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Окей, все, уходим.
Мы, видимо, сейчас встретимся с Хлоей и пойдем в бар. И выпьем вместе с Викторией, с Нейтаном, со всеми ублюдками, которые доставали нас. Итак, Хлоя, что? Так-а. Она ж перед кампусом, значит, где-то там. What the f... Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. А может, есть другой выход туда? Может, вокруг обойти попробовать? Или здесь не открытый мир? It's unlocked. I hope Sammy wasn't around. Так, нет, тут открыто все. Окей. Блин, что за фигня? Nothing but tools. Зачем я вообще здесь? Мне нужно, что встретимся перед кампусом. Макс. Что-то позвонила. Наш герой был около, я так соскучилась по твоему голосу. Мы так горды тобой. Дай знать, если захочешь сбежать оттуда ненадолго. Хорошо? Мы любим тебя, Максим. Максим. Окей. Нет, здесь ничего нельзя сделать. Хрень, белки обнаглели, что ли? А ну валите. What the f... Они за светлячками гоняются. Смотрите, прикол какой. Ну, в смысле, реально прикол. Это так мило. Все, ухожу. Maybe Samuel should fix that lamp. Починить фонарь. Так, ладно, давайте узнаем, что будет, если мы все-таки попадемся с Сэмюэлу на глаза. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe saved Blackwell. Now don't get cocky. Going back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? И как мне проскочить мимо него, чтобы встретиться с Хлоей? А может вообще перемотать все надо? Еще дальше. Что если мы перемотаем вообще до самого конца? Может, мы вообще изначально что-то не так сделали? Самое-самое начало, по-моему. Или нет? Охренеть. Сколько ж тут перематывать, блин. Надеюсь, вы... Сейчас. А, все. Больше нечего перематывать тут. Это самое-самое начало. Ой-ой-ой, все. Понял. I have a set of keys on me somewhere. Ah, gotcha. Now, why won't they fit? Может, проскочить можно? These keys are all... Ah, fuck it. I'm Miss Caulfield. You have to be stealthier than that. What the f... You're not...
Ты ублюдок, что ли? Как ты мог увидеть меня? I'm sitting my ass down. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Охренеть. И хрен меня кто уводит. Ой, уволит, по крайней мере, сейчас. В смысле, мне кажется, надо как-то... What the f... Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Now I have to deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Выпьем уже за это. Ну, пей, пей. А я думал проскочить как бы мимо него. То есть, ну... Я имею в виду, когда он дверь открывал в самом начале. Кажется, так и надо сделать. That smart son of a bitch has me trapped. I know I have a set of keys on me somewhere. Max the ninja strikes again. Есть! Так я и думал. Все, погнали. Так я и думал. Ну, в смысле... Окей. Я, наверное, минут 20 или 30 парился с этой... С этой хреновиной. Просто я забыл, что тут как бы... все зависит от того, как ты время возвращаешь там. И так далее, отматываешь. Ладно, пофиг. Идем дальше. Нам нужно с Хлоей встретиться. Она говорит... Booyah! Это фак! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. Hmm. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Я надеюсь. I hope so, Chloe. But how? Snow and eclipse are bad omens. This whole town is a bad omen. And notice that Blackwell seems to be ground zero. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Mr. Jefferson in trouble. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Okay, улики на Кейт, улики на Рэйчел. Рэйчел. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. Да, надо Рэйчел найти. Even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Ну да, так now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're here. Так что давай, дерзай. Я так рада, что именно ты мой сообщник. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close.
Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? The contest will go on. I just won't be representing Blackwell at the event this year, thanks to Max, who claims I enabled Kate Marsh's trouble by merely listening to her. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria. I won't be going to San Francisco, remember? You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Lol. Are you fucking kidding me? Сволота. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Okay. Chloe the Keymaster. You know it. Хлоя по кличке Ключница. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Okay, go. Погнали. Обалдеть. Открывай. Ну что не так, Хлоя? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. Потому что это кабинет ректора. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Окей, а теперь нам точно нужно искать ключ. Смотреть. Nothing here. Ничего. Ничего. Dead end. Ничего, наверное. Boring. Скука. Crap. Черт. Okay. What the? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Почему? Прикольная кепка. Еще сразу дурак. О, вешалка для ключей. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now.
Don't hate me. And thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Взорвать эту дверь, наверное, к чертям. I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Стой, а ключ от кабинета химии у тебя есть? А, они же все у меня. Окей. Бежим. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. А где кабинет химии? Где кабинет химии? Это здесь, по-моему. Кабинет науки. А, так тут все двери открыты. Gross. I hate that formalin smell. Так, о, сахар, кстати, нужен. Sugar. Так, давайте посмотрим все ингредиенты, которые нужны. Хлор, что это порошок, который нужен для создания диоксида хлора? Черт, да это же все знают. Ты правда хочешь попробовать это сделать? Ключевое слово попробовать. Полагаюсь на твою мудрость. Окей. А что там? А, вот сахар, банку содовой, скотч. Хлорат натрия. Банка содовой. О, проверочная работа. Three more items to go. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Блин. Of course, I'm barely passing science. Блин, а вдруг он не те ингредиенты сказал? A periodic table. Wish I knew what periodic meat ass biology. Чего они не говорят Менделеева? Ugh, gross. Ass biology. Ugh, gross. Жопная биология. Фу, какая мерзость. Нет, серьезно, а почему они все просто говорят периодическая таблица? A periodic table. Wish I knew what periodic means. А не хотела бы ты знать, кто на самом деле ее откроет? А? 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 Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Граффити. I never said they were great, troll. Макс делает дерьмовое селфи. Okay. Учебник по химии нужен нам? So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Окей, хлорат натрия токсичен для людей. Все понятно. Что тут сложного? You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. О, сигарет, серьезно? О, фотография какая-то. А, в смысле, я могу сделать фотку. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Так, знаете, что думаю? Что тут нет того, что нам нужно. Окей, давайте посмотрим, что там нужно. Ну где, где это? Уоррен, 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 ну. Слушай внимательно, 007. Тебе нужно достать 4 вещи. Сахар, банку содовой, скотч, хлорат натрия. Сахар есть, банка содовой. Банку содовой где-то нужно раздобыть. Хлорат натрия, что там было написано? Какой-то гибрицид. Гербицид. Хлорат натрия неорганическая для борьбы с сорняками. Видимо, нам эти ингредиенты нужно искать там, где они обычно могут быть. То есть, ну, содовую, столовой. Типа того. Я думаю. Есть еще ботанические лаборатории, насколько я знаю. Скорее всего, этот гербицид будет там.
А, так это... Лол. А, вон гербицид был. Вон. Here's the sodium chloride box. Окей. Взять. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Все. Гербицид взяли. Содовая. You're halfway home, Max. Еще тут. Не взорвалась хоть, Макс. Еще здесь, пока не взорвалась. Мне сейчас нужно сосредоточиться, позже напишу. Окей. Окей. Банка содовой и скотч остался. Скотч и банка содовой. Хотя, может, мы здесь все это и сможем найти. Может, в той коробке? Хотя фиг знает. Или все-таки в других кабинетах? There's got to be something I can use here. Здесь должно быть что-то полезное. Уоррен равно... Уоррен равно гений моей задницы. Окей. Понятно. Окей. Так, давайте по порядку будем ходить. Сверху ничего нету. Газировка и скотч, всего лишь газировка. Я ищу, ищу. Не, здесь нет, мне кажется, в других кабинетах. Да, все-таки пойдемте, ребят, все-таки. Я думаю, что в других кабинетах. Не думаю, что все это будет в кабинете химии. Прям все. Что за кабинет? This is like a scene in a horror film. Кстати, да. А вон и скотч. Я же сказал. Я же сказал. The tape is mine. Этот скотч мой. Only one more ingredient left. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Письмо. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. One stupid thing, and Mr. Jefferson gets screwed. Nice going, Max. Окей. Фото для конкурса. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Охрененный снимок? Daniel's a better illustrator okay. than photographer. Said Max, the art critic. Окей, okay. Я ничего не смыслю в фотографии, поэтому я не знаю, где охрененный снимок, а где нет. But he does have some style. You can never escape the lighthouse here. Так, окей, газировка. Нам нужна газировка. Где может быть газировка? Наверное, в столовке. Или в чем-нибудь ящике. So glad you still have your locker, Kate. А где у нас столовка? Не здесь. Во, смотрите. Okay, I have the can. Лол, все, банка есть. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Все, погнали. Мутить какую-то бомбу. Видимо, он только где. Где мы все это будем смешивать?
Или что, или просто принести все эти ингредиенты? Лол, серьезно? Так, тут, по-моему, просто... Да. Лол, ладно. Ладно. Тогда бежим к Хлое. И отдадим ей все эти ингредиенты, или типа того, я не знаю. Ну, то есть, хотела бы она бомбу сделать, я бы ее сделал. Там. Нафига все отнести Хлое сейчас? Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. А, boom. Лол. Literally. Yes. Все-таки сделал. Time to blow shit up. If you light the candle. Самодельная бомба, которая сейчас может половину кабинета, наверное, разнести. Get ready to haul ass. И... Вау! That was so fucking cool. Охрененно круто. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Бежать и осматривать все, что не так лежит. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Окей. А, значит, сначала, может, сигнализацию отрубить нужно? Чё? Простите, чё? Welcome to my domain. Lol. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Lol, man, офигеть. I can see why the principal locks this room up. Я не думал, что она так может. Crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Окей, все, давайте искать все, что есть. Нафига ты включила свет? How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair? Зато у меня не очень удобный. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Окей. Давайте включим, ладно. Раз уж мы. This pretty much sums up Kate. Такой была Кейт, застенчивой. Она оказалась не в том месте. Так, информационный лист студент Кейт Беверли Марш. Средний балл 3,9. Кейт Марш одна из лучших студенток Академии Блэквуд. Ее средний балл оставался всегда на высоком уровне вместе с ее оптимистичными взглядами и тихой натурой. Ее программе доставки горячих обедов в дом престарелых рассказывали на KeyBay 7 News, а ее курсы религиозного образования были хорошо встречены другими студентами Блэквелла. Ей также принадлежит рекорд посещаемости за всю историю школы. Ректор Уэллс. Как школьная медсестра, я должна уведомить вас, что у Кейт Марш обнаружились некоторые эмоциональные и физические травмы. И я пытался расспросить ее, но она отказалась отвечать мне. Думаю, нужно приглядеть за ней и убедиться, что она не подвергается нападкам одноклассников. Как предполагаю я. С уважением, Энн-Мари Баренчи. Обновлено. В настоящее время проводится расследование по некоему видео, в котором предположительно изображена Кейт Марш на вечеринке клуба «Циклон». Она просит кого-то отвезти ее в больницу. Ее в больницу. Оно было загружено в интернет без ее согласия. Смотрите прикрепленный файл для более подробной информации. Окей. А какой файл? А, это вот апдейтка. Окей, все. Only two more files to go.
Осталось всего два досье. Окей, где еще досье? Хочу еще досье. Wowzer, this will so not come in handy. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. And nothing here. Шкаф. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. А, это Хлоя, обалдеть. Так, ладно, давайте прочитаем. Информационный лист студента Рэйчел Доун Эмбер. Обновлено. К сожалению, в прошлом месяце Рэйчел Эмбер перестала посещать занятия, и с ней не могут связаться ни студенты, ни факультет. Родители не знают о ее местонахождении. Блэквелл надеется на ее скорейшее возвращение, чтобы она смогла продолжить образование. Общая информация. Рэйчел Эмбер – квинтэссенция студента, представляющего Блэквелл. Она превосходно учится, занимается различной общественной деятельностью. Она популярна как у студентов, так и на факультете. Рэйчел де-факто является... Рэйчел де-факто является примером образованности и лидерства. Все, что отличает наследие Блэквелла. Ее цель — сделать карьеру в мировой юриспруденции и в модельном бизнесе. Без сомнения, Рэйчел добьется всего, чего захочет, и в этом ей помогут Блэквелл и лично ректор Уэллс. Это лейтенант Крис Росси. Хочу уведомить вас, что дело о пропаже Рэйчел Эмбер официально закрыто. Мы надеемся, что появится какая-нибудь волшебная улика, но пока Аркадия Бэй скрыла еще одну тайну. Мы всегда будем наготове, но пока это все, что мы можем. Спасибо за вашу помощь, лейтенант Крис Росси, полиция Аркадия Бэй. Такие дела закрыли. Дело. Информационный лист студента Хлои Элизабет Пра... What the... Let's nab this last file, sure. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. 1.7, обалдеть, вот у нее бал крутой. Информационный лист студента Хлоя Элизабет Прайс. Средний балл 1.7. Общая информация. Несмотря на все усилия факультета и администрации, Хлоя Прайс является проблемным студентом Блэквелла. Хлоя редко делает домашнюю работу и часто ведет себя агрессивно с учителями. Часто срывала уроки неуместными комментариями и показывала грубые жесты другим студентам. Она была временно отстранена от занятий из-за граффити на парковке. Или граффити. Не знаю точно. Несмотря на это, у Хлои хороший ум и есть потенциал, но она выбрала бунт, а не следование правилам Академии. Обновлено. Хлоя Прайс больше не студент Академии Блэквелл. Смотрите прикрепленный полицейский рапорт. Окей. Так, все? Все нашли. А нет, еще надо... I guess being a bully is in the Prescott DNA. Че, ректор Уэллс? Я обратил свое внимание на то, что... Со стен библиотеки убрали фамильный герб семьи Прескотт, безо всяких на то причин. Это герб — местная история, и он является условием спонсирования вашей библиотеки, иначе финансы будут аннулированы, как у всей школы. Кроме того, я понимаю, что вся трагедия эпизода с мисс Марш заставила вас о многом задуматься, но не думаю, что стоит отменить вечеринку в четверг. Так как это плохо повлияет на боевой дух Академии. Я надеюсь, что... Я надеюсь, вы подумаете еще раз и придете к продуктивному решению. Спасибо, Шон Прескотт. Понятно. Блюдок долбанный. Это отец этого Нейтана. If I would have signed the petition, I could have made the difference. Уважаемая мисс Грант, как ректор Академии, бла-бла-бла-бла, спасибо за что... Окей. You're not so tacky up close. Ладно, давайте с Хлоей поговорим. Мы же вроде... Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. Отомсти Блэквелл. Now's your chance to get revenge on Blackwell. Oh yeah, I'm so bummed I don't get to party with the Vortex Club. There's still time. Especially with you around, right? Don't talk. Search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Окей. И последнее, да, по-моему, осталось дело. Походу, look at this pile. Походу, оно где-то здесь. Look at this pile. Окей, нет, не здесь, наверное. Tumbleweeds. Это мне не нужно. Weird. Вот. This asshole has a spotless record. Like I'm not gonna read my own personal file.
This file is going to be so spotless, I'll project. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Так, давайте все сейчас начнем читать. Информационный лист студента Нейтан Джошуа Прескотт. Средний балл 3,7. Общая информация. Нейтан Прескотт, продолжатель своего рода в Академии Блэквелл, обладатель академического рекорда и активный участник общественной деятельности. Он также работает в фонде бездомных Аркадия Бэй. Нейтан популярен среди студентов и факультетов. Он гордый представитель Блэквелла. Окей. Ладно. Максим Колфилд. Средний балл 2,8. Чё за херня? Окей, общая информация. Макс, как она предпочитает, чтобы ее называли, тихая, внимательная студентка с большим потенциалом в фотографии. Ее средний балл нестабилен, и она понимает, что ей нужно больше трудиться. Учителя отмечают ее тихий ум. Некоторые говорят о ее излишней нервозности и любопытстве. Некоторые члены факультета хотят, чтобы... Окей. Хотят, чтобы Макс больше говорила о классе и была более самоуверенной. Другие, чтобы меньше, но в основном это обычный студент, подходящий под стандартные рекомендации. Окей. Обновлено. Несмотря на некоторую конфронтацию с охраной Блэквелла, Макс показала себя примерной студенткой Академии Блэквелла, остановив Кейт Марш от прыжка с крыши общежития. В данный момент продолжается полицейское факультетское расследование, но героизм Макс бесспорен. Вау. Окей, Виктория Мэрибет Чейз. 3,9. Обалдеть. Обалдеть. Прям как у Кейт. Так, информационный лист студент. Виктория Мэрибет Чейз. Средний балл 3,9. Общая информация. Виктория Чейз. Золотой стандарт Академии Блэквелл. Студентка с постоянно высоким средним баллом и общественной деятельностью, которая выбрала карьеру фотографа. У Виктории отличные оценки. И она предана своему клубу «Циклон», что показывает настоящий дух и историю Блэквелла. И Уоррен Грэм. Информационный лист студента Уоррен Грэм. Средний балл 4. Нормально. Хорош. Общая информация. Уоррен примерный студент и продолжатель традиции отличных ученых, начинавших в Блэквере. У него есть... дар или проклятие. Ему необходимо разговаривать во время урока. Некоторые обвиняют его в выходках с реагентами, но это не подтверждено его учителем. Мисс Грант. Мы надеемся, что Уоррен сосредоточит свой взгляд на образование и продолжит идти к своему светлому будущему. Вау. Окей, какие тут крутые досье. I should go join Chloe now. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Rachel, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. Угу, окей, but погнали. Maybe we shouldn't leave without a gift. Ой, no, какой сувенир. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind забрать? Because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Ух ты. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself?
I hope you do that instead of lecturing me. Забрать деньги, не забирать деньги. В смысле? Блин, я не знаю, что нажать. Давайте нажмем на паузу. Я не знаю, что нажать. Наверное, там будет расследование. А хотя... Да это по-любому, типа, подкуп какой-нибудь, я не знаю. Может, забрать деньги? Пофиг. Забрать или оставить? Забрать или оставить? Оставить или забрать? Но тогда Хлоя могла бы откупиться от всяких чуваков, которым она должна. Забрать деньги или не забирать, черт возьми! Сможем ли мы отменить потом решение? Ладно, давайте не забирать. Посмотрим, you что really будет. Want to take money from the handicapped fund? А, это же деньги на помощь инвалидам? Back, but... I've got my power to protect you, right? Я-то думал... There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. Я-то думал, что это подкуп. Ну, типа, деньги на подкуп. Я пропустил, что это помощь инвалидам. Тогда, конечно, нет, не забирать нахер. Нафиг надо. I know that money would have helped Chloe and me. Да, могли бы помочь нам с Хлоей, да. Ладно, найдем где-нибудь еще. Где-нибудь еще найдем деньги. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. Splish splash. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Blackwell Academy. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Okay. Boys or girls? Раздевалка мальчиков или раздевалка девочек? Раздевалка мальчиков. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Нет, я имел в виду, может, там этот... шкафчик. I guess somebody Нейтана. Forgot their Blackwell spirit. Шкафчик Логана. I guess I should consider this evolution. Дана, знаю, я засранец, но ты мне не безразличен. Судьба вывода. Окей. Граффити. Sex me up. Boys locker room is right. Так. No way am I touching Zach's jersey. Мобильник. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Виктория, у меня появились очень грязные мысли на твой счет. Закруть. Что на тебе одето? Ожерелье на шее и телефон в руке. Секси. А что надето на тебе? Я в раздевалке, на мне... Но одета моя футбольная форма. Сейчас будем гонять в футбич. Футбич. Лол. Шкафчик Уоррена. Бетти developed that in Jefferson's class. But why? Только зачем? Some poor hipster lost their vape. Вот шкафчик Нейтана. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Он что там диазепам? It's okay for Nathan диазепам, to be hooked on these drugs. Он хренов этот. Right? Хренов психопат какой-то, серьезно, Нейтан. Что так? Поплавки. This must be for training kids.
А еще он, кстати, в этом, в досье у него был, ну, в настоящем досье, я имею в виду, нарисовано, точнее, что-то, видели? Sometimes. Не волнуйся, все плохо. Я имею в виду, у него, у ректора на компе только что шарилась, когда Хлоя, она нашла его досье, ну, настоящее досье Нейтана, а не которое, ну, то есть, которое скрыли его родители за большие деньги, видимо, заплатив нужным людям. А, в общем, в том досье был какой-то рисунок очень стрёмный, и там было написано что-то типа Рэйчел в проявочной. Это, блин, стрёмно. Так, окей. Я играю за тёлку, которая зашла в нормальный мужской туалет. 100%, если бы я пошел в туалет для девчонок. О, what the f... Мэм, смотрите! Это же Мегуста! Дэйна needs a baby daddy. Это же мэм Мегуста. Лол. Затомыло, зеркало. Черт, я боюсь зеркал. В смысле, в играх в таких боюсь зеркал. Like their pink. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Так, а что если мы в раздевалку для девочек? Можно ли все это отменить? Ой, да, раздевалку для девочек. Что там? Эй. Или все, или только один выход. Ой, только один выбор у нас. Открыть. Presto! Dude, it's getting old! Try and dazzle me with another trick. Так. Окей. Давай поговорить. Boys or girls? Раздевалка девочек. Girls, of course. Теперь давайте посмотрим, что... Girls. Ooh la la. Let me check to see. Что у девчонок в раздевалках творится? Там, наверное, чистота. Идиллия просто. А еще, наверное, вкусно пахнет. Ну, всякими, не знаю. What the f- носок? Where does that other sock go? Окей. Ну, я имею в виду... Those are some musty-ass old shirts. Старые вонючие футболки. Yuck. Нет, видимо, у девчонок в раздевалке пахнет еще хуже, чем у пацанов. Flippers in a swimming pool? Are they training? Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Кейт. A bus ticket? Билет Was на автобус. Она планировала сбежать из города? Like Rachel Amber? Rachel Amber? Аркадия Бэй, Бас Лейн. Один Портленд, билет на автобус. 18 баксов. Действителен до 31 декабря 2013-го. Окей, такое чувство, что тот билет от руки написан. Graffiti Otters Eat Beavers. The wit, it burns. Я вот не знаю, что такое отерс. Ну вот, в общем, вот эти вот отерсы едят бобров. So, Victoria's secret is selfies. Секрет Виктории — это селфи. Go fuck your... Иди-ка ты на все четыре... Нет, Джефферсон даже сказал, не сравнивай художника с его работой. These are cool shots. Ну чё в этом классного, блин? Я понять не могу. Какого хрена она все находит? Вот Макс каждый раз, когда смотрит на какую-то фотку, она говорит, что... If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Девочки тоже умеют плавать. Уроки плавания для девочек. Приходите в бассейн Академии Блэкколл. Май с 2 по 10. Окей. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Американский кинотеатр. Так, все, я думаю. Нужно идти. Че тут? Че тут? I hope so, friend. Рэйчел Эбидас. Очень надеюсь, друг, она сказала. Виктория Чейз Роу. This isn't a desperate cry for attention or anything. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop.
бассейн тут шикарный. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Окей, надо свет врубить теперь. Где он врубается? Обычно, наверное, где-то на другой стороне бассейна. Есть какая-то дверь, которая ведет куда-то, где вырубается и врубается свет. А, или вон там вот. Хотя нет, это две раздевалки. Мужская и женская. А это вообще, по идее, типа выход, наверное, из бассейна. Смотрите, там что-то есть. Ладно. Вот. Не трогать. Окей. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Добавить свое имя, вычеркнуть имя. Взглянуть. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Oh, for just one picture of their faces when they see my name. Окей, значит, эта бабочка вроде как появляется тогда, когда решения будут влиять на ход сюжета. Окей, я вписался на вечеринку. Пофиг, посмотрим, что будет. Где свет врубается-то? И что-то написано. Bros will be bros. 69... To back Rachel. Окей, 69 причин для того, чтобы Рэйчел. Мы поняли. Спасательная доска. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. There has to be a control panel for the lights around here. Наверное, дальше. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Look at the baby Halloween pumpkin. Вот рубильник. Ух. Обалдеть, красотища какая. Вау. Пойдемте-ка посмотрим на Хлою в бикини. Ну или не в бикини. Фига себе, у нее татушка. Time to do or dive, Max. Плыви или умри, Макс. Ну окей, что дальше? Oh yeah, baby, it feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Ух. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You're so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff ну, going может, on, может быть, еще I'm встретимся. Starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason?
You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. You're the bro killer. Tats and tude. You did not just say that. Plus, I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jump. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. What the f- Hide! Это, по-моему, отчим её. Move, Max! Don't waste your power on getting busted! Make sure you cover the whole perimeter. Какого хрена тут происходит? Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? Сюда, чувак, только не сюда. Только не сюда, чувак. Не сюда. Эй! Твою, ну как ты увидел меня? Where are they? Hello? Где он? Что-то понять не могу. Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Okay. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. А, их там несколько. В смысле, там куча охранников почему-то. Вечером здесь. Окей. Прям куча охранников. Так, ладно, что теперь? Валим, Хлоя, валим. Валим You're отсюда so нахер. Invisible. Да мы настоящие ниндзя. Обалдеть, это было, блин, близко.
Wait! Turn around! They're coming! We have to find another way out! Oh, this is bullshit! You can't go back to your dorm now, you're a Blackwell fugitive! Crash at my place tonight! You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay! Into the car! Get in! Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Yeah. Свалили от них. Круто. Always remember this moment. Сделать селфи, конечно. Фотобомб! Фотохог. It feels like a different world from yesterday. Крутая штора. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? И опять время шикарной музыки. Я надеюсь, что I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. Правда, надеюсь. I just need to get on my regular school schedule again. Okay, I need to get dressed now. Ладно, пора одеваться. Да, Уоррен пишет. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Ха, конечно, целуй. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance.
Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. А если вернуть время и не поцеловать ее, что будет? Окей. Не, целовать Хлою. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Now I can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Так, ладно, взглянуть. Нет, одеться, давайте сразу оденемся. Мне интересно, кстати, как будет выглядеть Макс теперь, когда оденется в такую одежду. Прикольно. Наверное, станет такой всей... всей себя крутая будет. Нифига себе! Couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Not sure what the trouble is. Oh my god, that smells so amazing. А, Уоррен же что-то писал. Привет, Кейт. А, вот. Макс. Не понял. А, окей, окей, окей. На следующий день. Макс, от всего сердца благодарю тебя за то, что спасла меня. Ты единственная, кто прикрывал меня в этой школе. Лишь тебе было не наплевать. Я верю, что ты была послана мне свыше. Ты мой луч надежды. Ты столько для меня сделала. Мой отец тоже тебе благодарен. Мы всегда будем молиться за тебя. Люблю и благословляю. Твоя подруга Кейт. Привет, Кейт, я так рада, что ты в порядке. Обещаю, я навещу тебя при первой же возможности. Окей. Еще кто-то там написал? Кто же написал там? А, Уоррен писал, точно. Так. Вот. Ну что, ты взорвала замок у Набомбер? Ты что, купился? Я просто хотела узнать, что ты знаешь об извлечении взрывчатки. А еще посмотреть на твой потрясный рисунок. Рад, что ты не взорвала весь Блэквилл прошлой ночи. Почти рад. Кстати, я сейчас же куплю билеты в кинотеатр, иначе их скоро раскупят. На случай, если ты передумаешь, я купил еще один лишний. Окей. It's like when we were kids here. Спускаемся. Привет, Джойс. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Блинчики. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William, and he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Okay. Eggs and milk? No problemo. I love that they still have the same refrigerator. Молоко. Now for the mother's milk. И яйца. Где яйца? Где яйца? Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I love that they still have the same refrigerator. А где у вас яйца, Хлоя? Joyce looks so Joyce. Different in her street clothes. Может, на улице там, может, у них курятник. Птица. О, dead bird.
Poor thing. Бедняжка. Обалдеть, еще птицы. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Точняк. Ладно, погнали назад. Who drinks beer this early around here? Oh man, I don't want to be famous for this. Неожиданный снегопад и необычное затмение. Конец света близок. Супергероиня отговорила другую студентку Блэквелл от самоубийства. Лол. Черт, где яйца, Джойс? Come on, Max. Find those ingredients so we can chow down. Может, в магазин надо съездить? David, this is Officer Korn. Just want to let you know your stepdaughter's car was identified. Jeez, can you help me get this bird out of here? Around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Не буду слушать. Нафиг автоответчики. Какую птицу выгнать? Ладно, забейте. А, вот, наверное, тут яйца. The eggs always come first, as Joyce used to say. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or... wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me, what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Шикарно. Похаваем блинчиков. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant here. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Три блинчика? Серьезно? Now that's what I call pancakes. Обалдеть, все что ли? No, that's what I call pancakes. Так.
I guess nobody waters the plant here. Oh man, I don't want to be famous for this. Seeing you again, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. No shit, it needs a password. How about step douche? Мудочим. Try again. Ну, типа, мудак и отчим. I need more clues. Нужно больше зацепок. Мы уже тут лазали. Тут ничего не было. Nothing to see here. Окей, смотреть. Maybe I could try Stepdad for the password. Happy Sweet, Love Stepdad. Счастливых 18-х имен. Я так счастлив, что ты родилась в этот день, Хлоя. Спасибо тебе за то, что приняла меня в свою семью. С любовью, твой приемный отец. Привет из Аркадия Бэй. Семья. Отчим. Try again. Так, ладно, давайте еще что-нибудь попробуем. Трофей. David has been dragging this David head around since 2001. Таскает эту голову с 2001 года, охренеть. Дэвид Мэтс, охотник на оленей Даллас, награда за одиночный выстрел 2001 год. Угу, может быть. Личное. Награда лучший выстрел. Magic 8 Ball says no. No way, Max. You totally froze the laptop. Три попытки осталось. Козырек от солнца. Joyce might as well have wrote let's get married. Для нас это честь принимать тебя в нашу закусочную. Приятно знать, что на земле есть еще джентльмены. С удовольствием снова бы пообщалась с тобой. Кстати говоря, меня зовут Джойс. Если вдруг ты забыл. That might be a useful password. Это может быть паролем. Закусочная два кита, счет, яичница с сосиской. Будем рады видеть снова. Обслужила Джойс. Кстати, вот это может быть паролем. Ну, то есть, это типа первый чек, первая встреча с женой любимой, это вся фигня. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Моему земному ангелу воспарить над невзгодами. Окей. Сумка, что в сумке? That's cute. Мило. Could be a password here. Пароль.
to a real life hero. Настоящему героя. 607-я обзорная кампания. Ну фиг знает. Скорее всего, либо... Ну, хотя там три попытки осталось только. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Видеообращение от мамы и папы, 07-2007. Книга. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Возвращение домой, руководство для ветеранов. Лейтенант Джеймс Эдвард. Книжный шкафчик. I could try the license number for the password. Номер лицензии, кстати. Maybe this ID number might work. ID, номер лицензии или... Так. Ух ты, замок. Naturally, David would buy a heavy-duty... I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Может быть, давайте попробуем. Давайте yep, сначала... Locked up. I can't enter any password. Shit. В смысле, вообще заблокирован. Три попытки всего есть у нас. Личная награда, лучший выстрел. 7171. Нет, назад. Армия. Обзорная кампания. Воспаление над невзгодами. Наверное, вот это, да? Да, score. Есть. Max the hacker strikes. И все-таки это чек, как я и думал. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Why does David care? Профиль Рэйчел Эмбер. Рэйчел не появлялась в классе всю неделю. Фрэнк и Рэйчел снова встретились. Рэйчел не пошла в общежитие. Следовал за Рэйчел до маяка. Ух ты. Полицейский рапорт Аркадия Бэй. Дело номер 678. Офицер Андерсон Барри. Происшествие. Рэйчел Эмбер с 18 лет была задержана в 14.35 в Академии Блэквелл. О, черт, спина. Находилась в состоянии наркотического опьянения. Сообщение поступило от Дэвида Мэтса, начальника службы безопасности кампуса. Он рассказал, что видел, как она пыталась спрятать подозрительный пакет. Когда офицер попытался задать мисс Эмбер пару вопросов, она начала угрожать и все отрицать. В пакете был найден ряд незаконных препаратов. Для более подробной информации смотрите прикрепленную страницу. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Кейт М. всегда идет на занятия тем же путем. Слышал, что Кейт и Дана говорили о припасах на вечеринку клуба «Циклон», наркотики. Наблюдал за Кейт и ее церковной группой в Библии. В общем, это дневник этого Мэтсона. Видел, как Кейт помогала Джефферсону после занятий. Не доверяю взрослым мужчинам с бородками. Кейт провела много времени у себя в заперти после вечеринки. Даже в церковь не ходила. Наркотики. Пытался поговорить с Кейт насчет вечеринки. Она расплакалась и убежала. Виновна. This is so wrong. Это неправильно, больной ублюдок. Bastard. Профиль Макс Колфилд. Безумная Макс, Макс Фактор, Нуарный Ангел. Это псевдонимы Макс. Обалдеть. Так, расписание занятия. Октябрь, вторая неделя, школьное расписание. Окей. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus.
Do you know for sure it was Black Whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Поддержать Хлою. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. Блин, он на взводе сейчас. You could have totally helped her. Фиг знает, что он может сделать. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Okay, уходим. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Ну окей, ничего не буду отматывать, я просто уйду. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Он в трейлере живет? Это вот этот чел, по-моему. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. This is so creepy. Еще одна. Флайеры. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Так. СМС пришла от отца, отца Макс. Максим, это папа, прости, что связался с тобой, что? Это пап, прости, что не связался с тобой раньше. Мы с твоей мамой очень гордимся тем, что ты спасла эту девочку. Без сомнений, ты не ошиблась, когда заставила нас подать твои документы в Блэквелл. Смайлик. Смайл фейс.
После того, как мы прочли о тебе в новостях и увидели видео, где ты спускаешься с крыши вместе с той девочкой, чувство гордости нас не покидает. Если ты захочешь вернуться, чтобы немного отдохнуть или найти школу поближе к дому, мы с радостью тебя примем. Целую, папа. Спасибо, это место засасывает словно водоворот, но я еще не готов вернуться. Пока. Максимум объятий. Да, прикольно. Hey, мистер Рыбак. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Как же ты прав. You don't think it could be like climate change or something? I'm a fisherman, no scientist. I know the sea is warming, but this is something new. Maybe worse. What do you mean, worse? If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay... Sorry, I'm just too salty to talk about it. See you around, kid. Ух ты. Good lord, bacon. I'm ready to nosh again. Ugh, but I need to get those keys from Frank. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans. Окей. Поговорить. You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aiming a gun doesn't make you any sexier. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. There she is, Super Maxine. That's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackwell Academy. Неловкое молчание. I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Do you think Arcadia Bay is a weird town? I'd take a normal city with normal problems about now. It makes me sick thinking about it. I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. О, здорово, Нейтан, ублюдок. Рэйчел! Whatever the fuck. Oh, look, Max Amber. Is that your punk rock girl outfit? That was classic, watching you turn on your everyday hero Jefferson yesterday. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. No worries, because you're the one trying to fake it till you make it. At least you were smart enough to keep your big mouth shut in the principal's office.
Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care, hmm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Holy shit, what do you want now? I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Вы можете сказать эту информацию Фрэнку Нейтану? Holy shit, what? Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies, just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your ass up. We'll chat later, Max. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Да, я тоже так думаю, кстати. Лучше к офицеру подойти. We'll chat later, Max. Так, вот, все. We'll chat later, Max. В смысле? Holy shit. I bet Frank hooked you and Rachel Amber. Nice try. I doubt that. Like you would know. We'll chat later, Max. Позже поговорим, Макс. Never mind me, officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Так, о чем там говорят? But that doesn't explain the recent extreme weather patterns. No, but we have to start with the hypothesis that climate change is a partial cause for the unseasonal weather. That doesn't explain everything, of course. Frankly, we don't know yet. Dr. Hedora, will your team know more after their latest tests? I hope we see more patterns, which gives us an atmospheric template. Many local residents of Arcadia Bay have been questioning what has been going on with this crazy weather. We had an eclipse yesterday, a snowstorm 2 days ago, which, as most of you know, is not common this time of year. It's unprecedented, to be honest with you. The last time that we had a snowstorm of this caliber was over 100 years ago. All of us are questioning what is happening in Arcadia Bay. Please feel free to call in and let me know what your experience has been. What you think this might be. Is this global warming? What is causing all of this crazy weather? Может, и правда позвонить? You eat like a pig. Так, поговорить. What the fuck now? By the way, Frank, I was wondering if you had any, higher education. Oh yeah, sure. Do you want the after-school special to go with that? Jesus. Look, I don't sell anything but bottles to feed me and my dog. I work for a living. Not like you spoiled Blackwell punks with too much time on your hands. But nothing. Don't ever ask me for anything ever again. Ever. Now back off. Turn up the brain to 11, Max. How can you snag Frank's keys? I could chug this beer or dump it on Frank. Beer is gross, so... Frank Bauer stars in A Faceful of Beans.
Открытки. You'd never know how weird this town is by these postcards. И котенок. The poster doesn't mention whacked students with guns. Kate should have jumped. You should have jumped, asswipe. Да. Кейт должна была прыгнуть. Кейт Марш, love you long time. Shit. What are the other signs then? Семь знаков? What the f- What the f- Какого хрена? The sea and sky will turn black. And turning things die because of... Because of что? We'll chat later, Max. Больше ни с кем не могу поговорить. Окей, только с Нейтаном. Looks tasty, but my need for keys comes first. Can't drop any tunes right now. Keys. Да, знаю я, что ключи, но я ищу способ, чтобы... Forgot about the fishing wall of fame. Награды от кафе «Два кита» победителей каждый месяц. Белый осетр пойман Диком Вебером. Радужная форель поймана Энди Берри. Чавыча поймана Риком Конрадом. Окей. Так, ладно, значит, нам нужно с Нейтаном все-таки поговорить. Holy shit! Listen, Nathan. You look like... How do you think I... Calm down. Nathan and Frank together? That's a bad... Holy shit! I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max! You think you're so goddamn smart, too! Don't push me, girl! You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel! Thanks. Now fuck off, Dyke. We'll chat later, Max. Коп не хочет со мной говорить, поэтому... Get a new outfit. And leave me alone. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Get a new outfit. And leave me alone. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. What the fuck? Could I get you to drop Chloe's debt? Aren't you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, Godmother. But I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. By the way, Frank. But... But no. Get a new outfit. And leave me alone. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Не стоило говорить, а чё тогда говорить? What the fuck? What the fuck? What the fuck? We'll chat later, Max. Rachel! Whatever the... I bet Frank hooked you and Rachel Amber. Nice try. I... Like you...
We'll chat later, Max. Okay, we'll chat later, Max. Okay, okay. What the fuck? Could I get you to drop? Are you supposed? You'll. Thanks. Окей, наркотики он не продает. А, может, Нейтан замолвит словечко или типа. Holy shit, what? Listen, Nathan. I'll take back everything I said. You look like you... How do you think I stay... Calm down. Окей, он договорится, значит, да? Круто. What the fuck? Не хочу я покупать наркотики. No reason to go now. No reason to go now. У меня нет причин идти туда. В смысле? We'll chat later, Max. Holy sh! I bet you. Idiot. Calm down. Right. Holy sh! You're sugared. You don't. Then tell me what. Why? So you can pre- Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out. Holy sh. Мне больше не о чем даже с ним поговорить. Nathan and Frank together? That's a bad combo. Нейтан и Фрэнк в одном помещении. Нейтан и Фрэнк в одном помещении. What the f... Что у этой машины с колесами? Посмотрите в окно. Лол. Turn up the brain to 11, Max. How can you snag Frank's key? I could chug this beer. Or dump it on Frank. Beer is... What the fuck, все-таки насчет наркотиков. By the way, Frank. But. But. You eat like a pig. Не, я все, я не хочу перематывать. Так, ну и что дальше? We'll chat later, Max. Never mind me, officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Looks tasty, but my need for keys comes first. Holy sh... У этого нечего спросить. Окей. Что дальше? Может, чем-нибудь кинуть? В Фрэнка? It does look like fun. I'm just not in fun mode right now. Poor Warren. А что если вообще полностью все перемотать? То есть все до самого начала. Вот как только я вошел в эту забегалку. Видимо, сначала нужно к Нейтану подойти, а потом уже к офицеру. Ну, давайте подойдем к Нейтану. Рейч. Так, Кейт Марш, продажа наркотиков. Listen, Nate. You look. How do you think? Calm down. Так, теперь подойдем к Коку. There she is. Thanks, officer. I'm glad.
Странный городок. Далее. Вот, сделка с Прескоттами. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Holy... Okay. Информация от копа. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit! My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Офигеть. Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. What can I do for you, Max? Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? Him and that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation and he saved a bunch of the dogs, kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Понятно. Ясно, понятно. Could I get you to drop Chloe's... Where are you supposed... You'll find out. Thanks, Так, оставленная You собака. Act so scary, but... You did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I won't even let you pick up the dog shit. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. But no fix for you. My work here is done here, Frank. Ладно. No reason to go now. Да в смысле нет? I have the keys. Time to bounce. Я добыла ключи, пора валить. No need to go there now. В каком смысле? No reason to go now. А, вот, я ключи же не взял, ё-моё. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Так, надо чтобы Key brought. Now back to Chloe. What? Ключ. Ключ у меня, обалдеть. Окей. Я просто забрал ключ, а потом вернул время. И все. Лол. Так, ты такая эгоистка, не хочешь, чтобы СФ с ним приехал у тебя, однако. Сан-Франциско. Сама ты ссыкуешь дать свой гребаный селфи для конкурса. В этом ты вся, Макс. Ты даже на крышу пошла для показухи, а не ради Кейт. Я просто слежу, чтобы никто в Блэквилле не поверил твоему доброму поступку. Готовься. А, лол. Ее облили. Лол. Ну-ка, давайте поговорим с ней. Можно? I'd love to talk, Max, but I'm drowning in puddle scum. Макс? Откуда она знает ее?
Или ее теперь Макс, наверное, все, да, знают? I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw! Так, бросить на парковку. Get the treat, treat boy! Если бы на дорогу, наверное, его бы сбил какая-нибудь машина. Get it? Now we can snoop in peace, but let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Okay, давай искать. You scope the area while I hack his computer for info. Книга. Is Frank going to deal online now? Бизнес в сети для начинающих. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. That's a pretty extreme lighter. Таблетки. Are these for Frank, or is he selling them? Or both? Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Crappy Wi-Fi out here. Must take him days to download porn. Yuck. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Ух ты. Наверное, там наркота. I could pry this vent open with the right tool. Так, инструмент, да, значит, скорее всего, может, в шкафчике что-то есть. No more secrets. Окей, нужен инструмент, чтобы вскрыть эту хреновину. Хорошо. О, еще одна. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Ooh, Frank's stash. Фига. Think. Nice rig. Glad Frank treats something here with risk. Of course Frank gets the munchies. Пакетики. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Корм для собак, бутылка. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Окей, где инструмент можно взять? That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Какие-то у них лесбийские мечты. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. I think the doggy likes his bone more. Бейсбольная бита. The archetypal filthy guy dishes. Нож. Actually, it is good to know that this is almost as good as a set of keys. Whoa, what the hell is he doing with that dog? My blade will open any portal. Окей, это что, дневник? Дневник Фрэнка? Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B. Надеюсь, это первое, что видишь.
всегда буду любить тебя, Рэйчел Эмберс. Нифига. Надеюсь, это первое, что ты увидишь этим утром. Прости меня за прошлую ночь, я вела себя как бессердечная сучка, ведь я все это выместила на тебе и на бедном Помпиду. В моей жизни происходит хреново туча странных вещей. Мне кажется, что я никогда не смогу уехать из Аркадия Бэй. За тебя я должна благодарить Бога. Ты самое лучшее, что у меня тут есть. И я всегда с улыбкой вспоминаю нас. Давай просто навсегда уедем отсюда. Я всегда буду любить тебя. Сердечко, Рэйчел Эмберс. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Фрэнк, то, что ты вчера творил, ненормально. И не надо винить в этом наркотики. Ты меня до смерти напугал. Я думала, что ты никогда не успокоишься. Впервые видела, чтобы ты себя так вел. Это не должно больше повториться. Я лев, а такие, как я, никогда не оглядываются назад. Мне не безразличен ты, да и мы в целом. Так что, может, нам стоит сделать небольшой перерыв в наших отношениях. Целую, Рэйчел Эмберс. Окей. Ну-ка, что если... Теперь эту штуку откроем. Можно эту штуку открыть? Нет, нельзя. Ладно, все, уходим. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Ключи у него стырили мы. Поэтому, скорее всего, он Chloe, за ее будет охотиться. You can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah blah blah, as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Спасибо, что подбросила.
О, май гад. Чё за херня? What is happening now? Чё это такое было? Такое чувство, будто она может как возвращаться. То есть смотрит на фотографии и возвращается в то время. Или может быть она по фотографии может изменять ход событий? Обалдеть. Someday Dad will get one of them newfangled computers. Она может возвращаться в прошлое вообще. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Обалдеть. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well... I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? I love William like he was in my own family. So, how many eggs? Chloe is just so damn happy and carefree. You're the real cook here. Joyce loves William so much. Удачи, дорогой. Мы так рады за твое повышение. Дома тебя ждет неделя вафель из двух китов. Твоя любимая женушка. I am when your mom is away. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. I'll let her know that. Окей, что нам делать теперь тут? Man, I remember Chloe reading this, but not after today. Жизнь подростка, мода на ролики, девчонки-геймеры, красотка redneck, дабстеп. Лол. I know I've seen Я точно видела before. Эту фотографию раньше. Me plus daddy. Ты камин классный. Это так, нужно отговорить его. Нужно сказать, чтобы он не ехал. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Не-не-не-не-не, ты никуда I не поедешь, чёрт. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? А где ключи? Keys, please. Ключи, ключи, ключи. Aha! You can't hide. Под кепкой. Понял. I'll let her know that. Понял. Score. Pause press start. Во что они играют? Это Это Сега, блин. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Нет, сегодня ты никуда не поедешь и не умрёшь, чувак.
потому что я... Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many back... I forgot about this. Back to the lighthouse. Bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund. Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Что такое? Лол. I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, Черт. You'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Не-не-не-не-не, надо отменить. Отменить, отменить, отменить. Никуда ты не уйдешь, чувак. Пока я не затарю твои ключи. Куда-нибудь в другое место. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college fund? Keys, please. Во! Другое дело. Другое, черт возьми, дело. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes, and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and. Ну все, Max. Save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Серьезно, она сейчас изменила будущее? Изменила про... Шла я или нет? Изменила! Да ну нафиг! Да ну нафиг! Серьезно? Обалдеть! Все-таки изменила прошлое. А значит, изменила будущее. Я имею в виду, она не дала отцу погибнуть, а отцу Хлои. Короче, она изменила все. Обалденно! Обалдеть, как клево. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so much. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Похоже на то. Короче, мы изменили все, oh, похоже. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe.
птицы все еще собираются. Видимо, она изменила как бы прошлое. Я имею в виду, ну, изменила прошлое, но не то, что связано с торнадо. То есть торнадо по-любому будет, наверное, скорее всего. Я так думаю. Смотрите, блин, этот чел. Отчим. Бывший отчим Хлои. За рулем автобуса. What the f... Это кит? Два кита. Три кита. Охренеть. Черт, она вообще все изменила. Обалдеть, это клево. Мы все изменили. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Чё? В смысле, а почему она в коляске? Какого? Ё-моё. Обалдеть, мы, видимо, что-то не то изменили, блин, вообще жестко. И вообще не нужно было менять прошлое, то есть это самое главное правило путешественников во времени, блин. Ничего не трогать в прошлом и не менять. Обалдеть, что-то мы натворили, видимо. Что-то очень-очень стрёмное. В общем, спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы поставите лайк, надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вы все еще не подписаны почему-то. С вами был Томас. До следующих видео, друзья. Делитесь этим видео с друзьями, будет очень круто, если ваши друзья тоже будут смотреть мои видео, это будет очень круто. В общем, спасибо, ребят, за просмотр. Еще раз, давайте, до следующих видео. До следующих видео. Ну, блин, это жесть какая-то, вот концовка серии. Концовка серии, это, блин, просто жесть. Ну, я думаю, мы все узнаем. Все ответы на вопросы, которые у нас есть, все ответы мы найдем в следующих сериях, в следующих эпизодах этой игры. В общем, спасибо за просмотр, ребят, давайте. До следующих видео. До следующих видео. Окей. Окей.